Здесь будем сажать с вами огурчики вот на таком, друзья, расстоянии. Огурцы в течение сезона у вас будут питаться корешками вот из этой помойки. Всем привет! А я вас всех встречаю снова на канале «Посеем, пожуем». Всех своих подписчиков и гостей моего канала. У всех, друзья, работа кипит. Я представляю, как у всех кипит работа и голова дыбом от всей работы, которую сейчас нужно сделать. Но сегодня, друзья, мы с вами поговорим о том, как подготовить землю к посадке огурцов. И это очень важный вопрос. Ведь все мы хотим погрызть сладкие, вкусные, ароматные огурчики. Но для того, чтобы вырастить хороший, вкусный урожай огурцов и чтобы было как можно меньше вредителей, перво-наперво нужно не только правильно подбирать семена, не только правильно выращивать рассаду или подкармливать, но перво-наперво нужно подготавливать почву. А вот для этого мы должны правильно сделать грядку, не просто тыкнуть огурец. Смотрите, как правильно сделать грядку, какие тонкости, смотрите видео до конца. Когда мы посадим огурчики, то по бокам этих огурцов у меня будет расти календула, мята, базилик, бархатцы. И это для того, друзья, чтобы ни белокрылка не напала, ни клещ паутинный. Он, конечно, когда перепады, знаете, температурные, он все равно может напасть, но вероятности все равно меньше, понимаете, что мы все равно боремся. И всякая зараза, и болезни, понимаете? То есть не только клумба красивая рядом с огурцами, но еще большую пользу выполняют растишечки. Поехали, друзья! Сейчас я вам покажу тонкость посадки, не посадки, а тонкость подготовки земли. Опять еще хотела сказать, когда вы сделаете вот так землю, желательно, чтобы хотя бы с недельку она побыла, а потом сажать огурцы. Но если вам припекает и уже жарко, и уже нужно высаживать рассаду или семена, о, мошка появилась, сейчас опять ливанет, вот, то вы можете вот так сделать, как я вам сейчас скажу, и уже на следующий день высаживать огурчики. Все, сейчас будет дождь. Поехали, сейчас я вам покажу. Ровно через 2 недели, когда мы все это в грядке сделаем, мы посадим с вами огурчики. Огурцы очень прожорливые растения. Друзья, я сняла дождевик, потому что дождь вроде как закончился, и мы продолжаем. Вот в этой грядке мы делаем с вами глубокую-глубокую бороздку, прям глубокую посерединке. А огурчики мы потом будем сажать по краю, не по центру. Вот сейчас наша задача, вот эту грязь, ужасная грязная земля, и нам нужно раскопать вот так вот поглубже вот эту бороздку. Поглубже. Прям вот. Червяков море. Вот для чего я это делаю? Сейчас посмотрите. Вот так. Так, дальше. Мы берем с вами что? Пищевые отходы. И разбрасываем по центру. То есть мы делаем помойку. Друзья, вот хлеб, когда у вас заплеснел, это ничего страшного. Для растений это еще лучше. Но мне сказали, знаете о чем? Когда у вас вот так заплеснел хлеб, и вы открываете целлофановый пакет, он так пх, делает. Это, оказывается, очень опасно для дыхания нам. И нужно очень быть осторожным. Вот так на стороне разминать этот хлебушек. Ни в коем случае не дышать вот этой плесенью. Это споры, друзья, которые также залетают к нам на легкие. Здесь у меня и картофельная ботва. И вот эти яичная скорлупа. Ее нужно вот так вот разжать. То есть самая настоящая, друзья, помойка. Самая настоящая. Вот, все тут уже полуистлевшее что-то. Я же с зимы все тут собираю. Вот, равномерно мы ее сейчас распределим. Это самое хорошее питание для огурчиков. Теперь мы закапываем вот так вот, делаем горкой. Вот так вот, горкой. Это все за 2 недели будет перепревать. Вот так горкой делаем.
Здесь будем сажать с вами огурчики вот на таком, друзья, расстоянии. Ничем заливать не надо, ни Байкалом, ничем. Это все перепреет хорошо. Огурцы в течение сезона у вас будут питаться корешками вот из этой помойки. Но еще, когда мы будем сажать, мы еще в лунку с вами будем кое-что ложить. Подписывайтесь до конца, смотрите канал. Друзья, проливать ничего не будем, потому что земля очень влажная. Эту грядку я точно так же подготовлю. Сейчас я вам хочу рассказать. Был ужасный дождик, и мы все это делали под дождем. Не могли снять, потому что камеру просто, друзья, зальет. Я хочу вам показать, как я посадила кабачки. Идемте, пройдем. Валер, сейчас покажем, под как кабачки. Вот здесь вот у меня баллон. Пишут, что баллон ядовитый, и чем-то нужно вот здесь вот делать. Я, друзья, ничего не стала. Что-то пробовала. И пенопласт, и целлофан. Все это фигня. Мы уже несколько лет так сажаем, ничего не отравили, все прекрасно, все растет. Все это нормально. Сюда я посадила два кабачка. Здесь у меня и чернозем, и перегной. Вот, земля удобренная. И кабачки я закрыла, потому что, видите, какие хорошенькие. Вон, хорошенькие прям кабачки. Прекрасно, я их закрыла, потому что постоянные дожди, им это не нужно абсолютно, вот эти дождики. Вон еще один кабачок. А вот с этой стороны, друзья, вот здесь. Помните, когда я после зимы убирала сухую траву, вот покрывала, там и солома перепревшая была у меня, и трава перепревшая, и вот это мы сажали сидираты, которые в зиму все это перепрело, я у меня была большая здесь куча, помните, я его не выбросила, у меня места для посадки, друзья, нету вообще, вот здесь не земля, а самые настоящие камни, мне пришлось на полтора штыка лопаты выкопать здесь ямку, засыпать туда вот эту всю траву и засыпать по частям. Часть травы, часть земли. Часть травы, часть земли. И перегной. И вот на эту кучу она уже осела. Она, друзья, была вот такая. Она уже осела. Я посадила два кабачка. Знаете, урожай будет прекрасный. Вот они, кабачки, на этой куче. Вот они. Тоже закрыла я их. Вот так вот, чтобы ветром их не сломала. Вот. Так что вот так, друзья. Даже куча, даже трава, все уходит у меня в дело. Подписывайтесь, ставьте лайк, пишите свои комментарии. Мне очень интересно, друзья, пожалуйста, не ленитесь, пишите комментарии. Как вы сажаете, каким способом, как вы под огурцы готовите грядку. Мне тоже очень интересно. Я буду стараться отвечать на все ваши вопросы. Пока-пока. Дай Бог, дождик помог нам, не дал нам снять.